Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Фух, вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спор, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, отец, как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да в Шиперировске эти якорем в лодку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... Поэтому сами в туннель красную на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Э, Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же, где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говорит? Вернулся вчера с Октябрьской, с братанами. Короче, пока были... Так, что тут у нас? Музыки. Прямо платье. Бери! Нормальная маслята, пацанчик! Хоть и самодел! Только что бегала! Чисто реально жалко продавать! Такие отличные маслята, не пожалеешь! Бывай, пацанчик! Если чё, я завсегда тут! И первая! Всё, плохо! Зажигалки! Дайте лошадью закурить! Пацаны, надо кому волыну! Есть реально, всё, подходи! Вот. Волына просто зверь. Вот. Бери, братан, все караваны твои. Ну чё тебе сказать за эту машину убийства? Реально вещь. Вот брателла, реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. Бывай, братуха. Вот так всегда. Туда нельзя, сюда нельзя. Уникальный шанс доказать свою меткость и скорость. Заработав при этом. Тёлок не калечить, ясно? Местного спроси. Брысь! Алло! У нас тут ни коммунизм, ни разум. Это ты чё? Вообще?
совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули чё, дальше, мастер... дело не ждет. Что за... Чего, кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться... Ну вообще молодец, Они вон от нас. Да чё ты паришься? У Смирия аккурат лежат. Мы по шустряку, никто и не прочухает. Бугор на месте? Ага. Вот туда же. Чешут как на парад. Скажу-ка я посмотрю. Thank you.
же, кого я вижу? Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбут давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки. Артем? Ах ты, сука! Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебя отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Это тебе мой презент за бандитов.